поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Все, начали? А? Ребята, сегодня мы с вами проводим очень интересную беседу. О чем эта беседа? О вашей жизни. О смысле вашей жизни. В чем смысл вашей жизни? Кто как думает? Так, в учебе. В чем еще? В образовании. В образовании это учеба. Так, еще в чем? В жизни. В жизни. Ближе, наверное. Так, смысл жизни в жизни. Так, в здоровье. Так. Жить и не умирать. Жить и процветать, правильно? Молодцы. Поймать. Что? В счастье. В счастье, ближе, еще ближе. В семье, наверное, да? Поймать. Когда вы вырастете в семье, наверное, да? Кто хочет, чтобы у него были дети? У меня! А внуки, а правнуки? Сердце! Правильно, правильно. Так вот, смотрите, ребята. Чтобы это все было, все нужно над нашей головой мир. Правильно? А мир когда? Когда мы крепкие, сильные, дружные, единые, правильно, умные, подготовленные, спортивные, закаленные вот здесь, готовы к труду и обороне. Да, фотографию сделает сейчас, да? Вот оттуда. А да. Это же в школе стояло. Да, вот. Вот смотрите, вот здесь написано, готовы к труду и обороне. Когда вы, правильно? Вот. Почему? А потому что, вот смотрите, деды воевали. Лада. Почему они воевали? За нашу жизнь. За нашу с вами жизнь. Это ваши деды и прадеды воевали. А почему воевали? А потому что на нас пришли какие-то там враги. Условно говоря. Ну, фашисты, там Наполеон приходил. Кто только не приходил. Террористы, все к нам приходили. Не, все приходили, да все приходили. А когда они к нам приходят? Вопрос. Они без дружбы, они с войной. Когда мы с вами слабые? Когда мы не готовы. Когда мы не готовы, когда мы с вами не учимся, не готовимся, не объединяемся, не дружимся. Правильно? Согласны? Да. Когда мы с вами слабые? Когда слабый человек, тогда... Я тогда отвечаю. Слышите, когда человек слабый, то приходит сильный и что говорит? Так, ты слабый, будешь работать на меня. Они подписали, как они что-нибудь. Ну правильно, ребята, или нет? А если, смотрите, ребят, смотрите, а если мы, вот смотри, вот даже вот берем пальцы одной руки, вот к примеру, да? Возьмите, каждый палец по отдельности, попробуйте его победить. Слабый палец. А теперь сожмите его в кулак. Фотографируй, пожалуйста. В кулак сожмите. А теперь кулак попробуйте победить. Сложнее? Значит что? Когда мы разъединены, вот смотрите, ребят, вот мы с вами все вместе. Когда мы с вами разъединены, мы что? Слабые. А когда мы соединяемся, мы сильные. Понимаете? Вот и смысл вашей жизни. Соединять. Ребята, слышите? Давай. Что я сейчас сказал? Смысл жизни соединять. Дружить. Когда вас разъединяют, вы становитесь слабые. Когда вы соединяетесь, вот друг с другом, со мной, с нами, со всеми, правильно? То мы становимся с вами все вместе сильными, так? Согласны, ребята? И тогда что, враг нам не приходит, согласны? Да. Вот, вот то же самое произошло в 2014 году. Кто знает, что произошло в 2014 году 18 марта? 18 марта. Что-то было. Сегодня какое у нас число? 18 марта. Ну и вот скоро будет 18 марта, да? А произошло, вот мы смотрим. Да? Крымская весна. Крым наш там. Почему наш? Он и был наш. Он просто к нам вернулся. Крымская весна. Привет. И что здесь? Мы вместе.
мы стали вместе. Понимаете? То есть были разъединены, а стали вместе. И стали сильнее. А что перед этим было? Перед этим на Украине, ну, начались беспорядки. Ну, условно говоря, приходила к людям беда. Так? Люди почувствовали опасность. Они решили, если мы будем порознь, нас всех начнут в рабство, в эксплуатацию, бить, убивать, гонять и так далее. Они что сказали? Это в Крыму люди. В Крыму сказали: Россия, ты сильная, крепкая, помоги нам, пожалуйста, Россия. Слышите? И Россия пришла на помощь кому? Крыму. А спросите у них, что вы сейчас сказали. Что я сейчас только что сказал? Да, Крым пришел. Крым он и был наш. Он присоединился, воссоединился, восстановился вместе с Россией опять вместе. А говорили то, что если порознь, то... Слабый. А если вместе, то сильный. Это служить надо, родину защищать, а тогда будут медали. У вас тоже будут медали. Понятно, ребят? Так вот, и вся ваша жизнь, как только вы разъедините, чувствуете вас, кто-то хочет разъединить. Или сами внутри разъединять. Вы слабеете. Как только соединяетесь, что? Как только соединяетесь. То мы сильнее. Молодец. Значит. Давайте мы с вами теперь посмотрим о том, что я вам сейчас только что сказал. Небольшой фильм. Раю дедов я дома смотрю. Говорим тебе спасибо за священный вечер. Вот причина патриотическое движение дружба, пожалуйста. Подписание договора о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. То, что происходило в тот момент в Кремле, без всякого преувеличения назвали историческим событием. С Владимиром Путиным в Георгиевский зал Кремля вошли еще три человека. Сергей Аксенов, Владимир Константинов и Алексей Чалов. Именно они поставили свои подписи под договором о присоединении России, Крыма и Севастополя. Подписывают договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Страницами нашей истории. Тихо! Это не, собственно, период приобретения этих территорий России. Это и героическое... Вот, слушай, это ответ на твой вопрос. ...взятие Крыма, Севастополя во время Второй мировой войны. Крым связан с русской историей, с русской литературой, с искусством. Вся история Крыма и России вместе. Российская история, так или иначе, переплетена с Крымом. Операции, дислоцирующиеся в соответствии... Вот смотрите, в Крыму Украины, возникла опасность людям, президент говорит, мы вам поможем, если вы хотите. Если вы хотите. Они говорят, мы хотим, чтобы у нас был мир. А Россия говорит, а мы вам поможем. И Путин сказал, мы вам дадим свои вооруженные силы. Видите?
общественно-политической обстановки в этой стране. Вот, смотрите, летят наши вертолеты. Вооруженные силы Российской Федерации летят на помощь Крым. Представляете? Ура! Наши вертолеты летят на помощь! Сейчас всех разрубят. Смотрите, вертолеты летят. Они нас позвали, а мы пришли на помощь. Что мы сделали? Мы их защитили, чтобы не было войны. Это смысл объединения. Мы много сделали, но предстоит сделать еще больше. Предстоит еще очень много. Это начало. Но я знаю, я уверен, мы все преодолеем, все решим, потому что мы вместе. Слава России! Слава России! Ура!
Я мечтаю.
Итак, запомнили, ребят? Как, когда было воссоединение Крыма с Россией? 18 марта 2014 года. Что тогда произошло? Крым, Россия навсегда. 3-4. Крым, Россия навсегда. Крым, Россия навсегда. Крым, Россия навсегда. Ура! Это день нашего с вами торжества. День объединения и мирного неба над головой. Все понятно? Спасибо большое за внимание. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. Над нами благодать, над нами благодать.